Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим непростую жеребьевку из летающих шашек. Белая шашка c3 летит на b4, черная шашка a7 летит на поле h4. Данную леталку мы рассмотрим на примере микроматча, сыгранного двумя гроссмейстерами Сергеем Калиновым и Марадуловым Рилаевым. В партии оба соперника сыграли bc5, но в этой позиции, кроме хода bc5, возможно еще атака, связанная с ходом bc3. Давайте рассмотрим здесь возможные варианты. Ну, черным надо играть fe5, занимать центр, тогда белые играют ed4, и у черных единственный ответ hg5, все остальное пассивно. Тогда идет размен. И белые играют b5. И в этой позиции черным надо играть крайне аккуратно. Напрашивающийся ход gf4 уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти, в принципе, несложный, но симпатичный выигрыш за белых. Меняемся cd4. Бьем сперва на e5, а затем на b4. И стоит угроза. То есть мы грозим отдать шашку b4 и затем отдать еще одну шашку fg3 и побить сразу же три шашки соперника с выигрышем. А если черные, допустим, меняются как угодно в любую сторону, тогда мы выигрываем шашку вот таким образом. Ну и белые постепенно побеждают. То есть ход gf4 в этой позиции проигрывает мечу красным. Правильно в этой позиции играть fg7, и все-таки черные могут достичь уравнения. Но сделать это тоже не так-то просто. cb4. Теперь уже можно сыграть gf4. И на ход dc3 надо играть bc5. Остальное намного хуже. Теперь белые меняются cd4. И надо бить только на поле e3. Остальное проигрывает. Белые бьют на f6. И надо бить только на поле g5. Остальное также проигрывает. Белые бьют на e5. Ну и после всех разменов, допустим, ab2, gh6, возникает уже примерно равная позиция. То есть, видите, черным надо сделать очень много точных ходов для уравнения. Вот такая атака возможна в этой позиции, связанная с ходом bc3. Ну, обычно в этой позиции все почему-то меняются bc5. После всех разменов в этой позиции есть два хода. fe5 и hg5. Ход fe5 здесь наиболее сильный. Ну, здесь, допустим, на bc3 черные могут уже, допустим, упростить позицию с помощью вот такого размена. Ну и постепенно черным надо уравнивать вот эту позицию. Поэтому bc3 никто не играет, все меняются gf4. Тогда можно сыграть gf6, в принципе. Можно сыграть ed6. ed6 мне больше нравится. Здесь все-таки более простое уравнение. Теперь если fe3, меняемся d5. Ну и белые, если меняются ed4, черные также постепенно уравнивают позицию. То есть играют gf6, затем dc7, hg5. Ну и постепенно уравнивают. В партии же оба соперника сыграли hg5. А вот после этого хода у черных уже возможны большие проблемы. Белые играют d3. И в первой партии Сергей Калинов, игравший белыми, вот он пошел d3, черные ответили g6. Во второй партии черные уже разменялись ed6. После gh6 белые сыграли bc3, fe5. Ну, черным надо как-то бороться за центр. Ну, еще был возможен ход hg7. Черные ответили fe5. Белые меняются gf4. Здесь уже черные играют ef6 и грозят сами разменяться ходом fe5. cd4 играть бесполезно. Белые подтягивают отсталую шашку a1. И после размена fe5
ЕД4 играть бесполезно. Черные могут сыграть ДЦ7. Ну и после размена постепенно будут уравнивать эту позицию. Поэтому белые сыграли CB6. Это более сильное продолжение. Черным надо меняться. GF4. И бить назад. Белые играют BA3. Ну и обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру. HG5, CD2. HG7, CB4. G6, B5, FE7. В этой позиции у белых было два плана атаки. DC3, как сыграл Сергей Калинов, и AB4. Давайте рассмотрим ход AB4. Тоже, в принципе, серьезное продолжение, ставящее перед черными большие проблемы. То есть обычные ходы, допустим, GH4, EF4 или GF4, все это, похоже, проигрывает. Спасает черных только ход ED4. Такая необычная жертва. Ну, белым надо нападать, другого нет. И после BA7 черные играют FE5. То есть они грозят отдать еще одну шашку и прорваться на придамочное поле. Там белые их остановить не смогут. Если же белые сами отдают две шашки и затем меняются, пытаются прорваться в дамки, все-таки черные достигают ничьей. То есть им надо отдать лишнюю шашку и затем сыграть ED4. Белые, допустим, играют ED2, не дают пройти в дамки. Ну, после хода GF4 надо идти самим в дамки. Черные жертвуют шашку FE3 и играют DC3 с ничьей. То есть если так пойдут белые, уже в принципе можно отдать шашку. Ну и допустим сюда пойти. Ну, допустим, не знаю на какой ход. Допустим, сюда пойдут, уже напали. Ну и постепенно черные достигают ничьей. Допустим, сюда, уже сюда можно пойти. Ничейная позиция. Сергей Калинов, видимо, почувствовал, что черные знают вот этот план уравнения, связанный с ходом ED4, поэтому в этой позиции сыграл DC3. Тоже очень сильное продолжение. Теперь черные играют ED6. То есть они не боятся размена напрашивающегося BC7, потому что здесь у них даже будет приятнее. Они сыграют DC5, ну и после постановки дамки они ее тут же ловят. Такой стандартный маневр. И затем нападают CB4. Черные могут отойти, и белых здесь спасает только ход FE3. Все остальное плохо. Ну, после разменов белые могут достичь ничьей. Естественно, так за белых играть не хочется, поэтому Сергей Калинов сыграл BA7. Надо играть DC7, не давая хода AB6. Тогда белые играют CB4. Ну и в этой позиции черные ошиблись. Правильно было играть GH4. Не боясь размена BC5, потому что черные выигрывают шашку. Если ставить белым дамку сразу же, тогда можно просто отдать шашку и идти в дамки с ничьей. То есть на ход ED2 играем именно, ставим дамку на C1, и белые здесь победить не могут. То есть приходится, допустим, не знаю, закрыться таким образом, тогда уходим на А3. Ну и допустим, на такой ход уже уходим на F8. Понятно, что черным здесь надо защищаться, но ничья возможна все-таки. Но в партии Мородумло Амрилаев ошибся, уже испытывал недостаток времени и сыграл ED4. Здесь у белых был красивый выигрыш, указанный гроссмейстером Баиром Ринчиновым. Белые играют ED2 и грозят выиграть шашку. Поэтому черным приходится играть DC3, когда белые отходят. Ну и черным приходится все-таки пожертвовать шашку FE5 и DC5. И в этой позиции попробуйте найти самостоятельно выигрыш за белых. Очень симпатичный и неожиданный выигрыш. В партии белые ошиблись, сыграли GH2. Этот ход упускает выигрыш. А правильно было играть DC3.
неожиданное продолжение, ведь после этого хода у черных есть сразу же три комбинации. Ну, давайте рассмотрим их все по очереди. Если черные отдают шашку таким образом, cb4, и затем выигрывают шашку после хода cb6, здесь у белых простой выигрыш. Ставим дамку на b8, приходится жертвовать шашку, бьем, допустим, на h2. Ну, видите, отойти dc3 нельзя из-за банального удара по затылку. Белые щедро жертвуют дамку и легко побеждают. Если же черные здесь, допустим, ходят... Ну, а куда ходить? На g4 уже просто fg3. Ладно, тут понятно. Так, первый вариант. Второй вариант. Смотрите, если сыграть в этой позиции e4 и затем cb6, уже немножко другая комбинация, тогда белые снова отдают шашку и ставят дамку, а b8. Приходится отходить, тогда снова белые нападают b7, приходится закрываться cd4. Играем ab4, ну и угроза bc5 неотвратима. То есть на любой ход, допустим, gf4, играем bc5 и легко выигрываем. Так, вторая комбинация. Третья комбинация, смотрите, если отдать шашку ходом cd4 и теперь провести комбинацию, тогда черные здесь снова проигрывают. Отдаем шашку fe3 и ставим дамку на поле b8. Ну и тут есть два варианта. Если черные играют gh4, тогда играем gf2. Ну и на ход ed4 бьем на h2. Приходится играть dc3. Ну и тогда у белых симпатичный выигрыш. Отдаем шашку и делаем тихий ход на g1. Ну и черным некуда ходить, приходится сдаться. То есть на любой ход последует fg3. Такие варианты указал гроссмейстер Баир Янчинов. Ну и последняя комбинация тут была еще одна. То есть можно было еще вот так провести удар. Так, а затем вот так. cb4 и ed4. Ну, побить на поле f2. Тут d2. Тут у черных тоже выигрыш. Отдаем шашку ходом fe3. Ставим дамку. Приходится отходить. Ну и просто нападаем. Заходим в любки. И черным некуда ходить. Приходится сдаться. Ну и последний вариант в этой позиции после хода dc3. Естественно, меняться gf4 бесполезно. Тогда белые просто нападают cb4. На cd4 будет размен. Ну и черным можно сдаться. А если черные закрываются cd6, тогда идем просто в дамки. Приходится отходить. Видите, нельзя из-за bc5. Приходится закрываться. Тогда нападаем еще разок. Приходится отдавать шашку. Ну и здесь на ход dc3 уже проводим небольшой ударчик. Ставим дамку и легко побеждаем. То есть в этой позиции у Сергея Калинова был закономерный выигрыш. Белые же не нашли этот выигрыш и сыграли gh2. Тоже они уже испытывали недостаток времени. Черные играют gh4. Белые hg3. Черные hg5. Ну и возникла критическая позиция. Белые, видите, только что постоянно атаковали, были на подъеме, а здесь уже приходится защищаться. И белые допустили решающую ошибку. Они отдали шашку ходом AB4. А правильно было отдавать шашку ходом AB6. Только здесь у белых есть ничья. Затем играем DC3. Ну и здесь везде ничья. То есть, если черные жертвуют шашку и нападают ходом gf4, тогда белых спасает присоска cd4. Если же черные меняются вот таким образом, тоже здесь ничейная позиция. То есть, gf4, ab4, fg5, bc3, gf6, ed2, fg7. Ну и на постановку дамки тоже ставим дамку. И партия заканчивается в ничью. В партии же белые отдали AB4. В принципе, кажется, что этот ход тоже ведет к ничьей. Ничего страшного. Но после хода DC3 черные нашли красивый выигрыш.
можете тоже поставить видео на паузу и попытаться найти победу за черных. Гроссмейстер Мородоло Амрилаев молниеносно отдал шашку ходом ЕД4, и выясняется, что белым некуда бить. То есть если бить на Е5, тогда черные меняются вот таким образом, ну и успевают пробежать в дамке и выиграть эту позицию. Поэтому в партии белые побили на поле c5. Черные проводят удар cb6. Ну и тоже выясняется, что партия у белых проигранная. Приходится ставить дамку. Черные также ставят дамку на c1. Ну и после хода b7 черные проводят вторую дамку. Белые еще сыграли дамкой на поле c5. Черные поставили вторую дамку. Ну после хода cb4 белые отъели шашку g3. То есть, видите, затем отъедят шашку f2. Поэтому белые здесь решили прекратить сопротивление. Во второй партии после хода bc5 черные также сыграли hg5, белые de3. Но черные здесь уже вместо хода g6 сыграли ed6. Как-то Сергею Калинову надо было пытаться запутать своего соперника, поэтому он решил разменяться так. Но здесь у черных большие проблемы. Похоже, позиция уже проигранная. bc3. Приходится закрывать дырку на поле h6, g6, cb4. И тут выясняется, что хода fe5 нет из-за простой комбинации. То есть, естественно, меняться ef4 бесполезно, так как черные сыграют dc5, проведут удар по затылку и постепенно уравняют позицию. Ну, здесь белые могут предварительно вместо ef4 отдать шашечку bc5. И вот теперь уже нанести свой решающий удар. А здесь ничей у черных уже нет. То есть видите, у белых рожон на поле f6. Ну и за счет него белые должны легко победить. Поэтому в партии черные сыграли cb6. А здесь все очень быстро заканчивается. Белые нападают b5. Приходится меняться dc5. Белые играют АБ2, черные сыграли БЦ7, БЦ3, АЖ7. Видите, нет хода СД6 из-за простого ударчика. СБ4, СБ2. Ну и белые затем свободно проходят дамки и выигрывают. Поэтому в этой позиции черные сыграли АЖ7. Белые сыграли cb2. Здесь уже приходится играть cd6. Ну, и белые провели снова этот ударчик cb4. И гроссмейстер Сергей Калинов в этой позиции сдался. Какие еще были возможны варианты в этой позиции? После fe5... после hg5, de3, g6 я как-то на чемпионате Пермского края здесь эту партию даже проиграл за черных. Мой соперник сыграл bc3, я сыграл fe5, белые разменялись. И здесь вместо ef6 я сыграл ed6. Этот ход очень плохой. Здесь можно сыграть либо АБ2, либо СД4 с прекрасной позицией у белых. Например, АБ2, АЖ7, СД4. Ну, здесь, видимо, мне надо было как-то СБ6 еще сопротивляться, а я сыграл ЖФ6, и мой соперник провел двойной размен. Компьютер показывает, что здесь еще есть ничья, но на самом деле защищать такую позицию, особенно в цейтноте, а я был в цейтноте, очень тяжело. Поэтому так играть за черных я не рекомендую. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество большим пальцем вверх и подпиской. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.